Всем привет! В эфире «Универ Ньюс», в студии Валерия Муратова. Наша команда подготовила для тебя порцию свежих новостей. Итак, сегодня в выпуске. Сотрудничество КФУ с Академией государственного управления при президенте Республики Узбекистан. Встреча ректора КФУ с молодыми активистами Общероссийского народного фронта. Подготовка КФУ к фестивалю «Студенческая весна-2019». В КФУ подписан меморандум о сотрудничестве с Академией государственного управления при президенте Республики Узбекистан. Подробности в следующем сюжете. 11 марта в Казанском федеральном университете состоялась встреча ректора КФУ Ильшата Гафурова с ректором Академии государственного управления при президенте Республики Узбекистан Рустамом Касимовым. Ильшат Гафуров ознакомил присутствующих с концепцией развития университета и основными этапами его становления. Казанский университет, хоть он и достаточно старый, по возрасту. Мы были созданы еще в 1804 году решением императора тогда. Но за достаточно длительную историю он много раз трансформировался, хотя никогда не менял, в общем-то, своего предназначения. В рамках встречи представители университетов обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества и обменялись мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес. Мы сейчас обсуждаем закон о госслужбе. Вот в рамках нашего сотрудничества мы хотели бы узнать и ваше мнение. Вы готовы направить проект закона, чтобы вы дали вашу экспертную оценку. Мы направили 10 зарубежных стран, в том числе и Европа, и Южная Корея. Но нам ценно будет и ваше мнение. Приоритетной темой в ходе обсуждения взаимодействия вузов стали вопросы религиозного образования. В КФУ активную деятельность в этой области ведет ресурсный центр по развитию исламоведческого образования. Встреча завершилась подписанием меморандума о сотрудничестве сторон, позволяющим реализовать совместные проекты. Программы в сфере религиозного образования, совместную научную работу, организацию конференций, академическую мобильность сотрудников и студентов. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универньюз. Если человек с юных лет занят активистской деятельностью, вполне вероятно, что в будущем он сможет принести пользу в продвижении страны. Молодые активисты детских общественных организаций Республики Татарстан занимаются этим уже сейчас. Именно с ними встретился ректор КФУ Ильшат Гафуров. Подробнее об этом в следующем сюжете. В императорском зале Казанского федерального университета ректор Ильшат Гафуров встретился с молодыми активистами Совета детских организаций Республики Татарстан. Мероприятие состоялось в рамках проекта «100 вопросов взрослому», который предоставляет возможность молодым активистам поговорить о будущем страны с руководителями министерств, ведомств и ведущих организаций республики. Встреча лидеров детских общественных объединений республики с ректором КФУ состоялась по предложению Общероссийского народного фронта. Ильшат Гафуров является сопредседателем регионального штаба ОНФ Республики Татарстан. Молодежные лидеры в возрасте от 13 до 17 лет прибыли в Казань для участия в образовательной смене региональной общественной организации Совет детских организаций Республики Татарстан «Курс на будущее». В рамках мероприятия ректор КФУ ознакомил гостей с историей и деятельностью университета. Мы создали так называемые open lab, то есть открытые лаборатории. Да? Молодые люди, лет 20-25, приходят и говорят, мы хотим делать вот тот. Мы говорим, хорошо. Мы дадим вам возможность этим делом заниматься. И эти люди сделали достаточно много для того, чтобы наш университет начал конкурировать в мире. Ставка на научные разработки требует большого количества финансовых затрат. Мы начали думать, а каким же образом нам дополнительно получить ресурс. Мы начали думать и пришли к выводу, что мы должны научиться коммерциализировать все наши научные наработки и наши образовательные программы. То есть мы должны превращать их в рыночный продукт и суметь их продать. После рассказа об университете школьники задали ректору свои вопросы. Одним из таких стал вопрос, что общего между работой ректором и работой главой Елабужского района, которым был Ильшат Гафуров в прошлом. То, что мы реализуем приоритетные направления, это сегодня совершенно очевидно, они таковыми стали. А когда мы их выбирали, было очень много споров. Почему именно эти направления? Но мы исходили из того, что эти направления востребованы, значит, за них кто-то может платить дополнительно. Да, прежде всего бизнес и государство. А
В городе то же самое. Работая в Елабуге, мы тоже впервые в стране сделали программу социально-экономического развития. Сегодня все программы подходят. Строят ФАПы, строят дороги, строят. Тогда этого не было. Помимо встречи, молодые активисты посетили несколько музеев Казанского федерального университета. Артем Тупичкин, Александр Юдин, Универньюз. В Казанском федеральном университете уже вовсю кипит подготовка к фестивалю «Студенческая весна-2019». В ближайшие несколько дней подразделения КФУ сойдутся в схватке за звание самого творческого института. Все подробности далее. В Казанском федеральном университете стартует ежегодный фестиваль молодежного творчества «Студенческая весна-2019». С 11 по 19 марта в Большом зале КСК КФУ «Уникс» своей конкурсной программы представят 15 институтов университета. А 20 марта фестивальные дни пройдут в Елабужском и Набережно-Челнинском институтах. Уже в этот понедельник, 11 марта, своей концертной программы представят Институт фундаментальной медицины и биологии и Институт психологии и образования. Мы пробрались на репетицию и поговорили со студентами, которые готовятся удивлять зрителя. Мы очень волнуемся, потому что у нас уже сейчас будет прогон. И это наша через первая студвесна. Время, да, через какое-то время мы уже выступаем на своей первой студвесне. И, конечно, мы эту атмосферу запомним надолго. Стоит отметить, что некоторые студенты готовятся к выступлению на студенческой весне еще со школьной скамьи. А это о многом говорит. Ощущения невероятные. Очень давно мечтала об этом. Впервые побывала в качестве зрителя на студвесне, когда мне было 14. И с тех пор думал, вот поступлю в КФУ и вот обязательно буду участвовать. И вот я здесь. Здорово. По итогам фестиваля жюри предстоит определить победителей и лучших исполнителей в направлениях – вокал, театр, хореография, журналистика и оригинальный жанр. Торжественное подведение итогов фестиваля традиционно состоится на гала-концерте 12 апреля в Большом зале КСК КФУ «Уникс» с участием самых интересных, ярких, креативных студентов с хореографическими и вокальными постановками и оригинальными постановками творческих объединений. Билеты на фестиваль можно получить у заместителей директоров по социально-воспитательной работе и культоргов институтов. Ну а если так вышло, что на концертную программу любимого института никак не попасть, всегда можно посмотреть прямую трансляцию, которые будут стабильно вестись в нашей группе ВКонтакте. Не пропустите. Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Универньюз. А в Елабужском институте Казанского федерального университета уже состоялся фестиваль «Студенческая весна», который дал ребятам уникальную возможность выйти на большую сцену и продемонстрировать всем свой талант. Об этом ярком событии студенческой жизни наш следующий сюжет. Ежегодный фестиваль «Студенческая весна» вновь закружил Елабужский институт КФУ в вихре творчества. Концертные программы первого конкурсного дня были объединены близкой для всех семейной тематикой. Актерская группа факультета психологии и педагогики перенесла зрителей в сказочный мир Алисы и страны чудес, а также поразила преподавателей и студентов зажигательными вокальными и хореографическими номерами. Факультет математики и естественных наук подвел зрителя к мысли о том, что необходимо ценить то, что ты имеешь. Зал по-настоящему заворожил танцевальный коллектив «Шаг вперед», порадовавший зрителей мексиканским танцем и номером Big Eyes. Окунуться в атмосферу американской жизни и предугадать ход действий на сцене зрители сумели во время выступления факультета филологии и истории. Игра АМ, в которой играл главный герой ради заработка денег для лечения матери, оказалась не совсем безобидной, но именно так герой осознал ценность семьи. Студент факультета филологии и истории Максим Сергеев поразил зал чувственным исполнением стихотворения Сергея Есенина «Черный человек». С энергичного танца стартовало выступление инженерно-технологического факультета. Студенты воссоздали известные всем с детства телевизионные шоу «Утренняя почта», «Такси» и «Минута славы». Подарком для представительниц прекрасного пола в преддверии Международного женского дня стало исполнение частушек. В мир магии и волшебства погрузили зрители студенты факультета экономики и управления. На сцене состоялся турнир волшебников. Правкома сын одержал победу над Волан-де-Мортом и стал обладателем заветного Кубка огня. Своим видением известного сериала «Как я встретил вашу маму» поделился факультет иностранных языков. Главный герой рассказал забавную историю знакомства со своей женой, а вокальные и хореографические номера стали отличным сопровождением выступления. Юридический факультет представил свой концерт в форме музыкальной передачи «Лиси. Песни года 2019». На сцене прозвучали песни на русском, английском, татарском языках в разных жанрах. 20 марта состоится гала-концерт, на котором станут известны имена победителей. Валерия Муратова, Сирена Иванова, Ильшат Ахмадеев, Универньюз. Это были все новости на сегодня. Следи за нами в социальных сетях. До встречи!